Здорово, товарищи! У меня есть ростбиф. Это, в принципе, как и от свинины корейка, но у нас он молодого бичка. Надо снять эту пленку, потому что тут есть жила. Она нам будет толку мешать. Тут, где есть это говяжий жир, это свободно оставьте. Возьмем крупную морскую соль. Повернем на другую сторону. Возьмите пергаментную бумагу, закроем наши противни. Ставим наше мяско, делаем такой очень классический вариант. Порежем лук наполовину. Можно добавить и сверху, и снизу. Добавим сладкие паприки. Все это опять повернем на другую сторону. Опять посолим. У меня есть всякие травы, тимьяны, розмарины, классика, базилик и так дальше. У меня есть анчоуси. Я возьму два, не больше. Мелко порежем. Вы можете добавить несколько зубчиков чеснока, как вам удобно. Можете силиком, можете помельче. Возьмете сковородку. Добавите в сковородку эти анчоуси. Добавьте оливковое масло. Сейчас было бы желательно, да нам все это оттает. Сразу включите плиту. Возьмите один лимон. Также чуть-чуть накапайте в холодное масло. Получится просто ароматное масло. Добавите немного зелени. Вниз ставите, ничего страшного. Если у вас есть остатки каких-то овощей, которые вам не нужны, они тоже изароматизируют наш розбив. У меня помидорчик есть. Все это добавите сверху. Сейчас посмотрим, чего получается с нашими анчоусами. Просто то аккуратно разлить. Можно немножко поперчить. Желательно его оставить на каких-то 20-30 минут, даже до часа на комнатной температуре, чтобы соль оттаяла, чтобы мясо становилось соленым. Именно то, что надо. 20 минут я ждал. За это время я включил духовку на 240 градусов. Сейчас я отправляю наш розбиф именно так, как стоит, в духовку. Если вы хотите его кушать без крови, конечно, овощи можно добавить там, когда он почти готов. Просто их выносите в сторону, но я люблю это с кровью. Пока у нас наш розбив готовится, я сделаю гарнир. По старой традиционной рецептуре всегда идет зеленый горошек. Зеленым горошком морковка всегда получится то, что надо. Поэтому я первым порежу морковку. Не надо слишком мелко. У меня есть репчатый лук. Мелко порежем лук. Надо забрать новую чистую сковородку или кастрюлю, как вам удобно. Добавьте чуть-чуть соли, добавьте оливкового масла. Отправим наш лук на плиту, чтобы он становился таким прозрачным, стеклянным, даже золотистым. Как мы сделали лук в состоянии, которое нам было нужно, сейчас мы добавим туда морковь. У нас есть немного сельдерея, это просто, чтобы у нас получился более такой аромат, более то, что надо. Опять мы то добавим, куда нам нужно. Заливаем немного водички. Чуть-чуть обжарим, где-то 2 минуты. Добавим сюда немного красной паприки. Возьмите рукой немного муки и добавьте, чтобы у вас получился так немножко густенький соус. Муку просто надо чуть-чуть промешать, чтобы она попала в масло, чтобы потом не делались у нас шарики. Чуть-чуть обжарили это все 2 минуты. Добавляем немного водички. Вы уже можете видеть, как у нас есть такой хорошенький густенький соус. Как оно сразу закипает, уберите там чуть-чуть температуру. И сейчас мы сюда добавим
još какие-то ингредиенты. Моя изначальная идея была, чтобы я сегодня тут сделал зеленый горошек на гарнир. Но оказалось в магазине, что есть замороженные чищенные каштаны. Мы сейчас добавим и одно, и второе. Поэкспериментируем, и получится, поверьте, отличный гарнир. Первое добавлю каштаны. Обычно из каштанов делается пюре. Сейчас мы то все промешаем. И потихоньку оставляем, чтобы оно тушилось, пока наше мясо жарится. Пришло время принадобиться две тряпки. Наше замечательное мясо. Возьмите так, значит, кусок мяса. Уже получается то, что надо. Розово внутри. Конечно, вы можете режете так, одним сантиметром, можете и пол миллиметра, если хотите, на какую-то закуску. Этот сок не бросайте. Все, чего останется, ставите в какую-то коробку, сверху залите, чтобы вам мясо не сушилось. Сейчас берем наш замечательный гарнир. Горошек с каштанами. Затем возьмем куски нашего замечательного мяса. Возьмите немножко сока мясного, залейте. Будет более сочнее, более вкуснее. Добавим чуть орегано. Накрутим немного перца. Блюдо такое простенько, вкусненько, подойдет даже на праздник. С вами был Серж Теоджен. Спасибо. Чао.